Да, по-испански, да.
Да, большие группы, да, в утра они приезжали. Сегодня, я думаю, 150 тысяч, 4 часа, да. 4? То есть в основном приезжают поздно? Они сначала, они в Монсеррат сначала, и потом после Монсеррат они приезжают в Данек. Ну, здесь, кстати, да, здесь в церкви. Отлично, приходим с поездкой.